что трансляция исчезает, получается? Небольшие неполадки произошли. Извиняемся, если меня было не слышно или не видно. Вроде все пошло. Да. Дайте в Twitch посмотрите, мне сейчас я иду. Я же иду дальше в Twitch. Вот он проверяется. Это серьезные люди, что тут? Один. Так, так, возвращаемся. Ну и чё они так долго думают, кого банить? Райджин! Просыпайся! Да бань, думай, все будет понятно. И это Джаггернаут. Dire Team Ban. Джаггернаут. Ну, в принципе, нормально, оправданный бан. Оправданный бан, не зря так долго. Трансляция? Да, здесь, вроде, и звук, и это все. 10 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Noob from TG, ждем его бана. Команда ван. Radiant Team Ban. Поддержка, я же позвал. Тархайтер. Dire Team Ban. И Арбуз не будет нас сегодня играть. Тайдхантера забанили. О, быстрый бан от команды Райджина. И Темплар Ассасинка тоже не будет показывать наши свои сиськи в нашей игре. 10 seconds remaining. Чего они так медленно пикают? Ладно. 5 seconds remaining. Типа делают вид, что они что-то понимают. Ну, как вариант. Reserve time. Dire Team Pick. Четвертый бан от команды One Team. И пикает команда One Team. Noob from TG. Bristle Break? Три танка пойду, что ли? Спектра Бэтменская, которая 9 ММР. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Lion. Radiant team pick. И у нас заходит Леон. Хороший стандартный саппорт от команды One Team. Чувак, который может одним Vengeful Spirit. Показать, кто тут. Dire Team Pick. От команды Райджина заходит. Хорошие станы, да, такие прокасочные. Команда. Вот этот чувак сало будет кидать и все портить ему. И четвертый пик. Команда Noob from TG. И One Team. Кому как удобно. В какой команде кореец играет? Первый или во второй? Во второй команде, да. У команды Райджина играет легендарный корейский игрок Муши. Таджикской версии. Blackwood, да? 5 seconds remaining. А, Русан? Phantom Assassin. И фантомка ассасинка заходит. Radiant Team Pick. Три дамагера, да? Арпла заходит нормально. Четвертый пик от команды Райджина. Кого бы ты сюда посоветовал? Бага, как ты думаешь? Кто сюда хорошо зайдет? Я думаю, минер зайдет по красоте. Он всегда залетает куда надо. Это как знаешь, пятым пиком. Последние 5 секунд остается. Нормальный такой пик. И рандомом падает. 5 seconds remaining. ГГВП. Сразу закончится. Windranger at your service. Dire Team Ban. Windranger заходит. 5 бан. One Team. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Виктору забанили. Забанили. Radiant Team Ban. Зачем? Хотя нормально бы не стоит.
оправданы бан команды One Team. Итак, последний бан. Райджин, что же ты нам покажешь? Что же твои мозги нам покажут? 10 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Фирен, I'm your creature. Dire team pick. Это Silencer. Silencer зашел, то есть не зашел. Бан улетел. И все, решающие 5-й пики. Посмотрим. Так, керри, как я понял. Фантом ассасин. Саппорт. Харда? Или мидер все-таки? Мид, да, сталкер пойдет? И по идее они сейчас должны пикать. Ты солдат, а ты аж... Ты хочешь, чтобы этот свинья, чтобы играла туда? Понятно. Ну давай, свинью. 5 seconds remaining. А то шаху будет играть? Зевс. Он в харду Radiant пойдет. На сталкер пойдет в харду, здесь пойдет мид. Все здесь понятно. С командой One Team все понятно. Будет очень интересно. Фантом Лансер последним пиком. Фантом Лансер. И этим временем Арсенал проигрывает 0-2 в Уолфорду. Ну что, ребята, начинаем? Начинаем? Пикайтесь. И вот наша веселая арена Dota 2. Мы начинаем. А, я так и знал, у меня не идет. Мышка не идет. Ну-ка, Prepare for battle. Чтоб я нажимал, выделяла. Так, помехи. Все, ребята, все настроили, все нормально, все на месте. Итак, варды. Шейкер. Топорик на Фантом Ланстере. Да, Фантом Ланстере. Танго. Виндрейнджер в мид пойдет. Ну или талисман и две танги. Еще у нас у противничков на сталкер заходит с двумя стрейнджерами. Мэджик и Стик. Два саппорта, два варда у Леона. Зевс тоже через талисман. Топорик на ассасинке. Битва за руну. Будет ли битва за руну? Так, хотят увидеть Зевса. Зевса с талисманом. И танго. Походу битвы за руны не будет. Винрейнджер стоит на правой стороне. Команда ждет руна. Феникс. The battle begins. The battles begins. Every coin helps. This shall make my life easier. Руна богатства? Взял. Феликс не взял. Он просто прокрутился. Так, все идут на свои позиции. Так, трипла. Трипла Шейкер, Фантом Лансер и Винга. Очень неплохая трипла. На миду будет драться Винрейджер с Винтом. Сталкер пойдет в харду. Как я понял, да, Сталкер идет в харду. На изи команда Огрмаг, Фантомка и Леон против Феникса. Ну, в принципе, мне кажется, Феникс здесь будет жить спокойно. И могут наказывать. Вот Леон начинает бить Феникса. Первый наказ. Так, Леона. Напугали Феникса. Алтазин подошел к своей линии. Ну что, начинается дота, включаем статистику. Так, я тут. Винрейнджер против Зевса. Фантом далеко хотя чувствует 8 фрагов. Пока что идет классическая дота. Никто не может вставать. 10 фрагов. 10 грехов ассасинки. Винга начинает напрягать на сталкера. Шейкер. Что никто отводы не делает, я не пойму.
что лес плохо идет. И он пошел, это коста, можно делать раньше. Dire's middle tower is under attack. Это у тебя просто задержка. Мой оператор на мече говорит, что меня не слышно, но он слышно. У Феникса все нормально. На Эджина нет яиц, которые сюда нет. Из-за этого он не делает. Так, кто ж подходит в Энрейджер? И будет ли здесь что-нибудь? Ничего не будет. Тоже теряет опыт свой, время свое. Фантомка хорошо подходит. Наконец-таки отход. Пинга отводится с центральными скрипами. Разговаривает там. Опа, шейкер проказ. Первый скилл. Ну, у них пока что ничего нет, это проказ. Просто проказ. Фантом Ассасин. То есть Фантом Лансер. 17 веков. 22 ассасинка. Медаль, да, идет. Хотя долгую доску играть, похоже. Мортр, сейчас посмотрим на Мортр. Мортр, да, Мортр, да. 1600 тоже, походу, медаль будет. Даже лице будет. Пятая минута, кура не апнута ни у кого. Зачем она нужна? Это же хард, таджикская дота, никакого апа. Вот. И очередная руна забрана. Radiant's middle tower is under attack. Пора делать фраги, пятая минута, никто не хочет атаковать никого. Никто не рискует. Покрывал, да, два отмуха небольшого. Сейчас от входа будет очень много зависеть. Да здесь уже фраг. Не, вдова. Не, вот это 2 будет сейчас у него. И вот этого чувачка 2 будет. И все это фраг 100%. Мы проиграли, это про проигрыш. Кто ж сосет ману у дальнего игрока, кто ж любитель пососать, в принципе, но... И получается жизнь ему сосет и в игре. Ну это ничего. Пригодится потом. Это мы потом вырежем с экрана. Тоже меня потом за это убьет, но в принципе до оператора еще не дошло, но дойдет скоро. Хорошо, Райджин себя чувствует на миду очень хорошо, Зевс страдает. У Зевса банк, почему-то он нормально не фрагит. Я это не хочу комментировать просто. Я пропущу это. Плохо слышно стало? Плохо стало. А тебе плохо от моих комментариев? Давай, хорошо. И наш оператор покинул нашу суперкомнату. Теперь я не знаю, как меня слышно, но я надеюсь, что будет все хорошо. И все, кто нас смотрит, будет получать удовольствие от нашей игры. Феня стоит. Райджин, ну бери, делайте ганг на Олдсталкера. Первым быстренько. Призы, да? Фас призы. Зевс, что тут Зевс сделать? Зевс хочет кредит взять что-то. А, это заход на походу, это заход на Феникс. Кстати, Зевсу. А, понял, походу? А, один хотя бы качнул, да? Хотя бы один раз качнул по Зевсу. Ну, гениальные люди. Dire's middle tower is under attack. Воу, по башке большой удар. Radiant's top tower is under attack. Зевс вернулся на зону, на мичи. Тем временем так же идет, никто не хочет рисковать, атаковать.
Ульта была запущена. Почему? Проверка. Проверка. Ой-ой-ой. Вес сострадается. Да-да-да. Это... Очень хорошо. Тош, как всегда. Тош, как всегда. Тош убивает? Нет, не убивает. Не убивает. И какой удар от Райджина. Молодец, Райджин. Почувствовал, что тут нужно запустить вторую и попал. Два фрага на Райджине, и это быстрый визит, 1500. Dire's middle tower is under attack. Ладно. Radiant's top tower is under attack. Хорошая игра Феникса и хорошая игра Райджина, который играет на ВРке. Дает 2 очка команде Райджина. Наша тутка продолжается. Radiant's top tower is under attack. И вот, внук вернулся на зону. Деньга забирает Illusion. И это надо... Не близко ли пришел Голонар? Вообще, да, чувствую себя как я дома. Причем быстренько и культурненько. И вот, какой... А, отменил ТП. Ну, это Руслан, корейская дота. Так что это нормально. Да, он знает то, что мы не можем знать. Потому что он кореец. Как-то вот так. В принципе... Баланар... Не, ну это чувак что делает? Руслан. 5-й левел, 240 монет. 56 фрагов. Ассасинка сидит одна, нормально ей. Так, Леон подошел. Виндра... Ой-ой-ой-ой-ой. Он часто не взял еще. Че? Райджин-то все знает, ребята. Все. Ой-ой-ой, опять же. Опять же фраг тоже минус. Он должен забирать его? Феникс, опять же хорошая игра. Корейская дота чуть, тут корейская дота знает все. Не зря он приехал в Корею, чтобы поиграть с Дадыками. Так, курочка апнута наконец-то. И это персик, будет быстрый батл фьюри, да? Как я понимаю. Я тоже думал, что таки беда сойдет. А это пушка. Вот, наглость Баланара может ему как раз таки обернуться смертью. Ну, он был близок. Он мог забрать шейкер, жадность его погубила. Думал, ночью он крутой. Ну, в принципе, ночью он крутой, но не против троих. И не сейчас. Не на 10-й минуте. Тем временем бурнаут Феникса. Феникса чувствует на ходу. Вообще очень спокойно. Так, битва за руну, регенерация. Тож. Ну, в принципе, нормально. Dire's bottom tower is under attack. Мог бы, конечно, убить, в принципе, да, мог, но они решили разойтись с миром, не трогать никого. Вот он Мидас. Посмотрим, оправдает себя Мидас или все-таки быстрый Battle Fury и... я всегда Фантом Лансера обожал, особенно на ласте. Венгай со сплэшем, ой-ой-ой. Конечно, очень много будет зависеть от саппортов. Но я предпочитаю то, что команда... Первая команда будет сильнее на лейте. Не знаю, мне так кажется. Тоже. И будет ли фильм догон, будет ли большой вижен на Баланаре. Ой-ой-ой-ой-ой, Венга, хорош. Хороший заход. Мансера должны забирать. Ой, какой! Засос хороший скилл. Секунд попадает, минус 2. Нет, не хватило дамага. Здесь пришел, не пришел, здесь умер. Огр маг. Ой-ой-ой, шекер блестящий. Очень умно сделал, молодец. Может нажать на аркану и дальше бежать теперь. Он не нажмет на аркану, пойти всем друзьям. Dire's bottom tower is under attack. Хороший вард. А, забрали Феникса. Молодцы, походу ульта. А, нет, без ульты. Залетел крит, хорошо, значит. Залетел крит.
И вот начинается 12 минут, 8-3 счет. Начинаются битвы, начинаются там разговоры, кто сильнее, кто хитрее. На миг вернулся Зевс. Ну качни уже пассивку один раз, ну ё-моё. Ну почитай, что она делает, и поймёшь, что она тебе нужна. Вот так, 307. Так, меч один есть, остался еще один. Так, Руслан вернулся. Ой-ой-ой-ой, сколько у меня. Нормально, стак. Очень хороший стак. Да, наверняка все тут есть. Как бы у него... Райджин, тем временем, Райджин с Венгеркой забрали быстро Зевса. Нормально, Райджин все очень хорошо чувствует. Radiant's top tower is under attack. Silence. Потом он врубил хосту. И по башке, он не чувствует, примерно, ладно, как было. Оберман пришел в ход к Балонару. Да, ой, как бы не чувствует, особенно с ультой. О, смог. Можно огра ловить. Но они пошли ловить ассасинку. Поняли, что есть слишком хорошо. За 13 минут, у него 86 выхода прана, молодец. Ой, какой шекл шот, там вот шекл шот, там минус Леон, и тоже уходит Таверна. Очередной раз уходит Таверна тоже. Ассасинке не надо умирать, так как потенциально. Ой-ой-ой, первый скилл заходит к Леону. Dire's top tower is under attack. Баланар, Баланар! Баланар! Феникс, кореец, молодец! Тем временем, да, не успеваем реагировать. Отправить коллег, слишком нужно сбили брать. Не свой танго, понимаете? То есть просто не свой танго. Антифага. В принципе, да, 14 метров фури, но его, в принципе, никто не отбирает. Он ни разу не умер, у него 2-0. Да, фури, сейчас надо забирать так. А он и так забирает так. Radiant's top tower is under attack. Надеемся, будет все шикарно. ДД надо реализировать на мид. Райджин пока дома. Radiant's top tower is under attack. Но сейчас ДД будет очень больно. Так. Double damage. Райджин появляется. Шекл-шоп. Из-за ТК, да, прошел? От ДД прошел. Ну, ДД у тебя, давай, мы верим в тебя, пока не надо. Бейся уже, ты не бежишь. Ой-ой-ой. Ай, все-таки он умер. Все-таки долетела эта тычка, которая решила вернуть его в Тавер. Dire's bottom tower has been denied. Упал. И в команде Родина может забирать мид, я думаю, в принципе, не будет воевать. Dire's middle tower is under attack. Money changes. Ага. Dire's bottom tower is under attack. Я скачнулся таки наконец-то пассивку. И сейчас могут забирать. Как это? Ой-ой-ой, шейкер может взять. Сейчас будет очень удобно. Тоже начнет битву. Тоже наглее всех. Собираются обе команды практически на миду. Матратик бегает, делает. Но она рядом, ребята. Да, вот БКБ злая будет. Она будет. Yeah.
бы еще не то, что могли забрать. Какая-то моментальная венга бы. У него и был ульта. Ульта была. Dire's top tower is under attack. Размен 0-3. Ихняя наглость оказалась. Для них это может быть четвертый стадом. Ой, хороший шекушот. Radiant's middle tower is under attack. У него еще есть стик один из зарядов, конечно. А этот до конца собирается, все-таки хочет. А, регенерация, что ли? Поражата регенерация. Не нашли они ВР-ку. Делай денежки. Два приплаву. Четыре. Dire's middle tower is under attack. Отстает Black Wolf немножко там, по бокам, по фрагам 1-1. Dire's middle tower has been denied. Убрать будет мотор. My quiver is empty. Поймали они. Нагло пошел немножко, и это его наказали быстро. Очень быстро, 700 голды. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Лаванар не забрал. Нет, но, по-моему, сейчас он заберет. Потом удается его пофармить. Его идея. Полторы тысячи голды. Dire's bottom tower is under attack. Вот так. Он решил взять Владимир. Ну, для команды старается, чувачок. Для Огонь Мага и для Валанара. Сборка на миду команды Ван. Radiant's middle tower is under attack. Третья битва подряд заканчивается в пользу One Team. И это очень большой залог на победу. 6-1 по фрагам у Рофе. Баланар
сейчас должен будет забирать тавер. Веса уже имеется вилл. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Фантом не хочет драться. И вот, два керри. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Под бафом вообще хорошая скорость. Все видно, варды смотрят. Фантом Лансер выходит, видит. Ой-ой-ой! Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is falling. Radiant's top tower is under attack. You are a sacred target. Она режет все, что видит. Выформилась, Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Она без БКБ раздает очень больно. И дезолятор есть. 3500 дезолятор. Можно забрать ассасинку. Ну и они пошли нарушить.
Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Bottom tower is under attack. Transfigures. One fight. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Собирает баттерфлай. Интересно, вот у него миссия, да? Такую-то. Такую-то. 50% уклонения плюс баттерфлай, это получается 85% мисса? Офигеть, ребята. По ней практически нереально попасть физическим уроном. Тем временем фантом выпорвил Яшку, Диффузу, Видас и Ультиматум Орб. Злая фантомка, злая фантомка, выпорвленная 22 фрага. Две смерти, мне кажется, она одна всю команду. Венга падает, два фрага от фантомки. Ребята на базу уходят. Мэднес на Фениксе? Вот так.
Radiant's middle tower is under attack. Он покупает Madness, Ратим пытается выфармить что-нибудь. Ребра! Заходит на ассасинку. Все, она словая. Что ей еще нужно для жизни? Я бы ПТ бы собрал. Ей ПТ лучше идет. ГГ пишет Black Bull. Забрали. Wind Ranger. ГГ и все. Люди отключают. Вот такая веселая первая игра. Полезно два. Все, кто у нас смотрит, мы отходим на небольшой перерыв.